на стыках громыхая не спеша. Бредет по рельсам желтенький трамвайчик. В следующем году исполнится 30 лет, как Сергей Молчанов работает водителем трамвая. В молодости мечтал работать на поезде, но не успел попасть в набор. Осев однажды за управление вагоном общественного транспорта, понял – это любовь на всю жизнь. Так и получилось. У нас за каждым водителем закрепляется трамвай. Водители ухаживают, ну как за своими детьми. У нас водители даже приходят, даже доходят до того, что и разговаривают с трамваями. Ну, по-человечески, как говорится. Но, возможно, совсем скоро Сергею и остальным водителям придется забыть, что такое любимая работа. В их жизнь вмешались коллекторы. И угрожают они полной ликвидацией последнего в городе трамвайного маршрута. Под угрозу существования последнего в городе трамвайного маршрута поставил Примводоканал. С 2011 года под путями на Борисенко находится коллектор очистных сооружений. Его строили еще к саммиту АТЭС. А сейчас, чтобы к 2017 году ввести в эксплуатацию обещанные водоочистные, необходимо его отремонтировать. Руководство водоканала открыто признает, построен коллектор был с браком. Труба, закопанная в землю 2 года назад, просто разошлась по швам. И теперь необходимо снова разбирать пути. То есть, по факту, город поставили перед выбором. Эта тема стала самый обсуждаемый на заседании законодательного собрания Приморья. Нам нужно либо мы должны убирать трамвай, что в принципе считаю недопустимо в городе Владивостоке убирать трамвай. Либо мы должны перекладывать этот самый коллектор. На том же заседании законодательного собрания Приморского края руководство водоканала заявило, что подземный коллектор имеет повреждения примерно каждые 12 метров. Для сравнения, длина одного вагона трамвая от 16 до 18. И получается, что неполадки под землей у него буквально на каждом шагу. То есть, по сути, под землей закопанная труба, не соединенная между собой. И чтобы решить проблему, по мнению краевого предприятия, нужно всего лишь избавиться от трамвая. Я думаю, что мы придем к демонтажу трамвайных путей, потому как этот коллектор необходимо собирать опять, необходимо обеспечивать его работоспособность и запускать. Другого способа подать стоки на южные очистные сооружения у нас нет. Местные власти, несмотря на напор коммунальщиков, к таким кардинальным мерам не спешат. Во-первых, это единственный из оставшихся трамвайных маршрутов города, который уже давно стал своеобразной достопримечательностью. К тому же к сохранению трамвая призывал и президент. Убрать трамвай, которому в этом году, к слову, исполнилось 104 года, означает закрыть глаза на достояние приморской столицы. К тому же за его сохранение жители города уже подписывают петицию. Забота о жителях – это вообще приоритет нашей работы. И моя лично. Поэтому у нас есть возможности и технические проработки, как сохранить трамвайное сообщение и обеспечить устойчивую работу канализационного коллектора без угрозы жителей Владивостока при осуществлении транспортного движения. Есть технологии, в правилах СНИПах это прописано, как это происходит. Есть специальные водоотводящие колодцы, которые строятся по пути канализационного коллектора. Есть футляры, которые обеспечивают безопасность работы трамвая, проходящими над канализационным коллектором. Позиция администрации города однозначна. Владивостоку трамвай необходим. Пока у мэрии нет ясности, какие конкретно работы на объекте приведут к наилучшему результату. Однако здесь готовы поскорее сесть за стол переговоров. Мы встретились с водоканалом и договорились о том, что у нас эта работа совместна. Главное, чтобы не получилось, как в прошлый раз, когда обязательства краевого предприятия пришлось выполнять за счет городских средств. Во время подготовки к саммиту АТЭС Примводоканал демонтировал трамвайные пути, обещав собственными силами все восстановить. Причем в короткие сроки, но работы затянулись на 3 года. Вопрос с восстановлением трамвайного полотна городские власти поднимали несколько раз. Примводоканал решение откладывал, а потом и вовсе отказался выполнять работы. Ситуацию удалось разрешить только через суд. Судились, добивались этого, потом приняли решение, выделили дополнительные средства, сами восстановили и вот сегодня запустили трамвай. А теперь, когда выяснился брак, получается, что все старания оказались напрасными. И в действиях водоканала уже находят интересы третьих сторон. На мой взгляд, это уже было прошлое пришествие, я называю так, да, когда 4 года спустя пытались закончить трамвай под видом прокладки канализационного коллектора. В разных беседах и встречах, и в том числе есть визуализация даже этого проекта, планировалось просто расширить огромный бизнес каких-то московских структур. Это касается захвата территории на кольце Сахалинской, захвата этой территории огромной, которая на сегодняшний день
как промышленная территория работает, как производственная территория, трампарк. Конечно же, Баляева, конечно же, спортивная. Новый супермаркет или торговый центр местным жителям хоть и не помешали бы, и все же в один голос все заявляют, трамвай нужен гораздо больше. Именно он каждый день без пробок отвозит на работу энергетиков, а на учебу студентов. Все-таки есть бабушки, малоимущее население, да и вообще для удобства, для и вообще Владивосток без трамвая. У нас же нету метро, как в Москве и в Питере, а в Москве и Питере метро это без пробок, так и тут. Маленькое средство передвижения, удобно. Нужен трамвай обязательно, как же. Во-первых, и дешевле, и быстрее добираешься, особенно где по прямой вот здесь. Поэтому... Вы часто ездите? Да, каждый день. Обязательно нужен. Почему? Ну, удобно, без пробок. Можно добраться до Баляева. Часто пользуются? Нет, не часто, но нужно. Популярность трамвая среди населения подчеркивают и в депо. Поток не упал, потому что маршрут востребованный. Очень удобно пользоваться трамваем в пробке. Когда стоит пробка, трамвай по обособленному полотну идет прекрасно. Конечно, спрос на трамваи большой. Сегодня в трамвайном парке 25 действующих трамваев. 16 из них каждый день выходят на линию. Каждый день трамваи перевозят от 20 до 30 тысяч пассажиров. Сотрудники городского предприятия стараются, чтобы пассажирам было комфортно. Информационные стены, экскурсии и даже библиотека. И мало кто из горожан догадывается, что поперек трамвайному пути встали долгожданные водоочистные. С моей точки зрения, наряду с проблемами, которые возникают в связи с ненадлежащим исполнением работ по строительству коллектора под трамвайными путями, наличие самих трамваев на коллекторе – это, в принципе, нарушение и проекта, и строительных норм и правил. При этом оставить в покое трамвай специалисты краевого предприятия никак не могут. Говорят, если трубы пустить, к примеру, по дороге, придется превратить проезжую часть в котлован. При этом мы четко с вами понимаем, что плотность застройки города Владивостока не позволяет проложить коллектор в другом месте, на том интервале. Ну, просто не позволяет. Там коллектор большого диаметра, и перенести его куда-либо невозможно. Это проектное решение, которое было реализовано. А вот какое решение теперь принимать людям, которые трамвайному делу отдали всю свою жизнь, больной вопрос всего коллектива. Ну, люди потеряют, как говорится, жизнь. Потому что здесь практически наша жизнь проходит. Это здесь работа, наш второй дом. Многие сюда пришли работать еще со школьной скамьи. Обучаться чему-то другому для большинства уже поздно. И постепенно, набирая ход, слегка искрящий желтенький трамвайчик. Инна Щедрова, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом.